еще один объект такого очень экономного класса. Это туалет, совмещенный с ванной, стандартный, девятиэтажки. Здесь были трубы, естественно, но здесь все равно экономно бывает. Делаем как бы стандартный подход. Но здесь пластиковый потолок, пластиковые трубы закрывают, ну, естественно, люк. Здесь получился шитель. Просто не понимаю, почему они сюда. Понял, вытащили сильно, можно было чуть-чуть сюда. Ну ладно, раз. В общем, хозяин здесь требует просто такого, ему не надо супер-пупер, все это связано с финансами, конечно. Здесь самый экономичный материал, самая дешевая плитка, самые дешевые панели, самые из недорогих. Ну, чтобы все равно вид был какой-то, был более-менее. Это уж я так предложил. Она хотела, хозяйка хотела вообще даже и не закрывать трубу, пойдет. Говорит, я говорю, нет, не пойдет. Давайте закроем, все плитку. Все-таки панели не так подорогие. Это панель одна 120 рублей вот панель стоит всего лишь. И на потолке. На потолке вроде 140 рублей. По одна панель всего стоит. Куплено в Леруа. По затратам, то, что мы купили, здесь вошло экран для ванной, клей, потом бетоноконтакт. Вот бетоноконтакт промазали уже, потому что стены бетонные. Краску, конечно, можно снять, но это очень сложно. Снять очень затраты большие, и физические, и энергетические. Очень тяжело было снять, просто взяли бетоноконтактом, превратилась как наждачная бумага. Вот сверху была побелка, я ее содрал шпателем, убрал побелку, загрунтовал, вот и загрунтовали грунтовкой. В общем, ничего плитка не отлетит, будет держаться нормально. Единственное, что еще буду, конечно, по ходу работы насечки делать, потому что насечки, если делать сразу все стены, тоже постепенно стены бетонные, тут умрешь, как говорится, если целый день делать только насечки, то буду делать по ходу. Потому что здесь, если я целый день буду эти насечки делать, то есть все соседи повесятся от шума. Стены как барабан. Все здание трещит. Так, пол уже стяжка залита тут. Здесь проблем нету. Вот кто. Ну, это я видео делал для чего, кто имеет минимальные затраты, чтобы сделать более-менее такую ванну. Экономного варианта, что, может быть, какие-то мои советы вам и помогут. Пришел я уже, сантехника была готова. Тоже здесь тоже была готова. Единственное, что здесь не было прорублено, я перепаял и здесь сделал, утопил под плитку, будет утоплено. Смеситель я уже приготовил. Все, теперь я уже потолок я сделал. Здесь ведь связан тоже сразу
по проводке, электропроводке хозяйка тоже ничего не сказала. Ей, говорит, ничего не надо, ей лишь бы так более-менее, чтобы я говорю, ну, чтоб более-менее связано с финансами, еще раз повторяю, то, что это, чтобы было как-то более-менее, чтобы было чисто вроде, она говорит, нет, я говорю, что она предлагала даже пыталась просто покрасить и все, я говорю, нет, тоже не пойдет, через покраску, что она там, через полгода, через месяца пять, она опять почернеет. Все-таки от сырости, от влаги. И пластик, потолок, это все-таки он, ему хоть вечно считай. Не пожелтеет ничего, здесь солнца, подачи нет. Чего протерли, всегда будет чистый. В связи с тем, что здесь точного светильников нету. Здесь у нас освещение одно. С этой стороны, она говорит, пусть здесь остается, пусть здесь она остается, освещение, но это... Но это еще вариант такой, что здесь будет у нас умывальник вот в этом месте. Естественно, над умывальником будет какое-то зеркало, наверное, и что. И от этого зеркала будет вообще никакого толку, так как освещение идет со стороны спины, и практически сам себя здесь не будешь виден. Значит, придется здесь... Уже я сам от себя уже буду выводить кабель сюда, освещение, чтобы для освещения помыться, руки помыть или причесаться хотя бы, чтобы свет и здесь с этой стороны тоже был. Я так уже сам от себя, но я думаю, что хозяйка уже не будет против этого, потому что тогда, так как если бы точное освещение действительно на потолке было бы, то, может быть, это можно было и не делать, так освещения бы хватало. Все сделано по минимальным затратам, связано с, конечно, финансами. Вот я говорю, что вообще затраты по материалам ушло у нас. Я вот тем, кто хотя бы начинает первый раз вот ремонт, имея минимальные средства, это вот... Мы закупили все, панели, эти панели, металлокаркас, люки, клей для плитки, кроме плитки, остальное все, крестики, бетоноконтакт, герметик, клей, жидкие гвозди, плинтуса потолочные, затирка. Ну вот, короче, это полный набор, обошлось 5000 рублей всего лишь. Все, кроме плитки, естественно, плитка отдельная, и плитка куплена тоже. Самая одна из самых недорогих, это размер 20 на 30, видите, два сорта, и то два сорта, будем здесь комбинировать, она даже не знает, как ее приклеить, какой хотя бы рисунок сделать. Но я тут какие-то схемы уже придумал здесь, мы посмотрим, как будет получиться по в деле, я думаю, что хоть как-то выйти из положения, чтобы хоть с таким дешевым материалом, хотя бы, чтобы какой-то был такой более-менее относительный вид. Естественно, с таким материалом у меня не получится. Как говорят в Лондоне или в Париже, хотя я был в Париже, там, честно говоря, тоже не зацикливается по поводу дорогих материалов. Я жил в Париже, в гостиницах, там тоже применяют очень скромную плитку, такую недорогую. И там очень экономичные люди. Я думаю, естественно, в пятизвездочных отелях в Монако или в Монте-Карло, там я и в Монте-Карло был, естественно, там они применяют очень странные, дорогие материалы, там, кстати, плитка, наверное, вряд ли применяется, там чисто или гранит, или мрамор, натуральные камни. Так что керамическая примеска применяется, такого более-менее средний класс, бизнес-класс, но люксовый вариант и вряд ли, наверное. Вот у нас уже появился такой результат, течение уже. Вот за 2 дня я приклеил столько плитки.
как у нас смотрится. Я не стал прятать, я говорю, вот отнес уже, потому что сделано было до меня. Она тут спрятана будет под унитазом и под умывальником, так что будет немножко видно только. И во всяком случае, если было прятать, надо было все перепаивать. Я бы мог бы спрятать, конечно. Ну, все перепаивать надо заново. Хозяйка сказала, не надо ничего делать. Нормально все будет. Ну, дополнительные затраты не хочется было выходить. Ну, единственное, вот это сделка, конечно, я этот утопил. Утопил я, брал ее, перепаял. Ну, как я говорил, вот здесь я вывел провод, здесь будет просто обыкновенно простой, самый дешевый светильник, вы это видите потом. Здесь вот будет плинтус уже, образец я поставил, как будет. Вот здесь вот, ну, хозяйка тоже сказала, раз здесь светильник, давайте здесь будет светильник, с этой стороны тоже поставим, чтобы все-таки тускловато будет освещение, одно будет все равно, ну, освещение не очень светло будет. Потому что лампочка здесь, она, может быть, здесь 60, и здесь 60 поставят, 120 будет, то нормально. Тогда до этого помещения вполне хватит. 120 ватт на обыкновенную лампочку, естественно, не светодиодная, ничего. Потому что хозяин говорит, нафиг светодиоды закупать. Здесь включается один раз, два раза, три раза в день. Лампочка будет, если в крайнем случае, будет перегорать, будем заменять, да и все. Не хочется. А вот здесь уже тоже первый ряд прошел. Здесь уже, видите, здесь это делается специально такая. Под ребеночку и клеится плиточка. Делается, разметку я сделал по лазерному уровню. Что ошибки, конечно, могут быть, но они большие. Так что, тем более, у нас хотя бы из такого материала получить хотя бы вот более-менее такой нормальный результат, который бы устраивал в данном случае не только хозяйка, но и в том числе и меня тоже. Хотя бы что-то вот более-менее позитивное. Ну, нормально, в общем-то, мне вот ничего вроде нормально. Получается пока нормально. Конечно, результат, я думаю, будет удовлетворительный. Естественно, вкусы разные. У людей могут быть и люди, которые не понравятся. Но еще раз повторяю, это очень экономный вариант отделки. Идется здесь все по минимуму. Хотя очень-очень дешевая плитка, недорогая. Панели очень дешевые. Все в Леруа было закуплено. Но все равно до этого хотя бы дешево, но достичь надо хотя бы какого-то хорошего результата. Естественно, мы не сможем достичь такого уж очень хорошего результата. Это, например, бизнес-класс или тем более даже люкса. Естественно, здесь даже речи не может быть сравнения. Ну, будем дальнейшую съемку вести до конца. Посмотрим, как у нас получится. Я говорю, здесь вариант такой, что я делаю это. Такой вариант первый раз еще для этого не делал, сам даже не знаю, как может получиться. Но я должен, думаю, нормально. Ну вот уже ближе идет к концу. Я уже сделал здесь пол.
поставил ванну, пока закрепил, пока. Здесь тоже металлокаркасом запенил. Завтра еще усилю металлокаркасом, потом здесь плитку наклею. Здесь запенил. Пена, во-первых, держит неплохо, хорошо, но плитку надо, чтобы пена хорошо делала. Плитку надо перед тем, как пенит, очень прочищать от пыли. Потом и пробрызгать маленько перед пеной, иначе пена держать не будет. Вот я начал уже затирать. И поставил здесь плинтуса. Ну, самый дешевый, 20 рублей стоит. Смотрите, как смотрится. Вот схема. Один цвет переходит в другой цвет. Хотя цвета совершенно относительно разные. Ну, вроде особо такие не бросаются, разве что. Что очень различные. Ну, завтра я его заканчиваю, вот затирка. С этой стороны вот еще не закончил затирку. Видите? И тоже. Ну, здесь уже декор у хозяйки оставался. Столько-то плитки вот этот. Я говорю, давай посоветую вас здесь запустить его. Как типа фриз небольшой, такой декоративный, полоску. Пусть будет что. В общем-то, так украшает линию. Нормально. Сделал, я говорю еще раз. Тоже самый простой экран. Здесь умывальник. Ну, уже съемка будет уже. Следующая уже, конечная уже. Вот. Клей использую. Тот же самый дешевый Юнис 2000. Затирка тоже недорогая. Здесь вот светильники тоже купили. Две светильника с этой стороны и с той стороны. Один светильник стоит 100 рублей. Да посмотрите, как, я думаю, пойдет, да, но чтобы она функциональна. Видите, точно светильника здесь нет. Так что я думаю, что будет нормально. Здесь тоже пол надо затереть. Скоро не затер. Здесь я не стал делать. Здесь будет дверь с порогом. Как раз на это место поставим порог дверной. Поэтому по толщине как раз соответствует 7 сантиметрам. Вся стена. От стены до плитки 7 сантиметров как раз. Так что у нас как раз попадает по толщине коробки дверной. Вот. Еще раз повторяюсь, это видео для тех, такой малобюджетный вариант. Чтобы и хотя бы и результат был такой относительно хороший. Не супер-пупер, конечно, но довольно-таки хороший. Было полностью законченное видео, считай, под ключ, все сделано под ключ, кроме двери, конечно, дверь я не буду ставить, дверь, хотя я могу поставить дверь, но она говорит потом, хозяйка будем ставить, ну и ладно, не сейчас пока. Все, следующая съемка будет уже конечный вариант.
И вот законченный объект у нас. Как получилось? Правда, еще не промыто у нас. Промыть надо. Точные светильники. Не стали делать, надоели это везде ставить. Точный светильник. Чистый потолок, ровный, все. Хватит эти точные светильники, избавляться от них надо. Это уже все устарело, мода. Ну, стандартный плинтус пластиковый, пенопластовый. Если в крайнем случае что-то случится, заменить их недолго, они стоят как 20 рублей стоят. Ванного здесь не хватило, здесь добавил. Металлокаркасом, плитка, раствором. Обыкновенный пластиковый уголок проклеил. Здесь уже. Ну все по минимуму. Все по минимуму. Видите здесь. Все мыть надо. Грязно. Даже вот старый унитаз поставил ихний. Был здесь у него. Кстати, здесь еще проходит поплавок течет, тоже не агро сантехник пусть придут сделает. Я тут уже не могу. Вот трубы закрыли, все. Вот видео, что было, и то, что стало. Вот экономный вариант, можно. Эко, говорит, купила самая-самая дешевая плитка, которая была. И только 7 пачек этих было, и 7 пачек этих. Что получится, что получится. И с этой стороны тоже поставили. Вот здесь полочка. Здесь полотенце будет сушить, а здесь полотенце будет висеть. Два. А здесь этот. Здесь можно шампунь или так далее. Ну, здесь, наверное, бельевой шкафчик она поставит, такой маленький. И все, в принципе. Дверь вот тоже будет. Она говорит, дверь пойдет и этот. Я говорю, вы сейчас ума сошли. Убирать надо к черту. Уговорил тоже все-таки поставить. Тоже купим такой самый дешевый дверь. Или хотя бы так вот еще карман поставлять. Убирать надо. Ладно, вроде согласилась тоже. Все. Даже ванну не меняли старая, но она говорит, помою, вымою эти грязные. Она желтизна, но она говорит, уберу желтизну. Ну ладно, посмотрим, уберет. Все нормально, значит. Вот полы. Ну, кстати, эти они ставят прятать. Там тоже прятать. Они практически их не видно. Единственное, конечно, спрятали, конечно, вот это место. Даже вот зеркало не помыли, еще помыть надо с полочкой. Вот тоже самое дешевое купил зеркало с полочкой. И, в общем-то, функционально. Зачем? Что, желание, если есть финансовая возможность, конечно, покупать можно, купить и золотое все. Но вот по минимуму, минимальными затратами, вот можно добиться вот такого результата. Ясное дело, не супер, конечно, но, по крайней мере, хозяйка говорит, очень, мне нравится, очень понравится, говорит, вообще сделано отлично. Ну, для меня это как обычный ремонт, система эконом-класса. В общем, тоже я считаю, что получилось нормально. Плитка довольно нормально, все закрыто, все функционально, все работает, чисто, ну, чистоту добиться, надо помыть все. Все освещение нормально, канализация работает нормально, все стекает, нигде ничего не капает, все. Единственное, что осталось, вот дверь установить и все, можно запускать дверь, хотя здесь, конечно, если дверь так оставит, и она хочет из квартиранта пустить, ну что за дверь-то, вы что, с ума сошли, так нельзя оставлять. Ну, в общем, и вот будет уже дверь. Еще через 2-3 дня она дверь приведет, и поставлю дверь, и все.
Вот кому-то, может, это видео покажется полезным. Вот. Мои советы. Подписывайтесь на канал, делайте, пишите комментарии. Всем пока.